Всем привет! Приехали сегодня на утренние зорьки. Ручки все еще трясутся. Сейчас выезжаем в поле. И вот стоит. Вообще стоит один среди поля. Но мы его еще поснимать хотели. Значит, а он побежал. Такая лосяра бежит. Да, Сашка. Да, ну, мы чуть-чуть подогоняли, но не стали приближаться-то. Что, мы совсем что ли? Так, встали сегодня, времени сейчас 3:30, встали в 2:00 ночи. Санек у нас такие рыбалки не любит. Она говорит, что с тобой с лицом-то? Она говорит, Лёля, может, не поедем? Что-то не очень хочется, спать ей хочется. Но мы же хотим достичь цели вообще-то, поймать карпа. Вечером не клюет. Нет, поймали там, ну, малыша. Хочется нормального, большого. В общем, пошли мы трястись дальше. Санёк оглядывается, говорит, не придет сюда. Ну, огромный лось был, огромный, да? Да, я очень испугалась. Хотели еще заснять, ну, такими семимильными. Ну, засняли вертикально, успели и все. Ну все, солнышко встает. Времени 5:00. Там еще на том берегу. Рыбачок приехал. Там где-то телепается наш поплавок. Сварину донку поставили. И вот самый главный рыбак у нас спит. Смотрите. Где она там, даже не вижу. Вот так Санек у нас рыбачит. Вот как красиво солнышко выглядывает. Так Санек у нас рыбачит по утрам. Главное только доехать. Остальное все. Таня, ты видишь где-нибудь блеск? Нет? Нет. Я вижу. Ну, один раз вроде видела. Не зацепишь. Я его увидела. Где? Вон там. Что там, пацаны, на светине стоят? Да. Один. Ну-ка, куда ты плёшь? Идет еще. Так. Он поднимается еще на воду-то, наверх-то. Ой-ой-ой-ой. Не спугни. Не сглазь. Сильно тянет. Ногу еще не поднял. Дыши, родной, дыши. Дыши, родной. Дыши, родной, дыши. Оля! Есть, есть. Да! Есть. О, блядь. Ой, мой бог. Тихо, тихо, Лёля, 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 Лёля. Вижу, 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 вижу. Ну-ка, 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 Санёк. Отойди, отойди, отойди. Лёля. Тихо, 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 тихо. Ой. Дождались.
Ой, дождались. Ну все. Санька, Санек, шашлык будет. Давай пять, дай пять, давай пять. Yes. Ну я не умею, как Санька, то так. Но у меня тоже трясет. Ой, да я тебя поцелую. Как я тебя ждала, как я тебя ждала. Вау. О, сейчас поцелуй-то там. А главное, сегодня мы приехали. Мы первые приехали, потом еще четверо приезжали. И уже все ушли, уехали. И вот этот там на пути не видно, Сань? Он идет сюда. Он идет сюда. И уже последний. И говорит, что, как? Я говорю, да две тычки было, да и все. И вот он еще только до пути не дошел. Я попрыгну. Тихо. Наташка. Ну, когда я посмотрю, где у меня тут крючок-то, не вижу ничего. Или он с крючком еще? Мне кажется, нет. Нет, не отцепился. Отцепился? Отцепился, мне кажется. Он оборвался. Тихо. Санек, наверное, придется ехать домой. Все. Карпушу сейчас здесь обдевает. Саша, держи. Бери весы. Что они там? Панелям? Сейчас панелям будет. Да, панелям. Сможешь, удержишь? Должна. Что, как думаешь, сколько вес? Ну, не знаю даже. Догадаться точно не могу. И что ты вот весы и от нас отвернула? Ой. О! Держи. 6610. Офигеть! Боже. Ой! Офигеть! Что скажешь? Трофей, ребята! Трофей! Трофейще! Трофей! Что-то радости не вижу никакой, ни танцев этих твоих. Во. Или что, в шоке сама? Просто в шоке сама. Короче, Санька-то у нас спала, я ее разбудила. А хвостик-то какой? Какой хвостик? Сейчас вот прыгнет, будет тебе хвостик. Хвостище. Золотой. Золотой, вкусный, так он дикий. С икрой, наверное. С икрой. Дома узнаем, с икрой нет. Ну все. А, покажи, он нам еще дыру сделал в этом. Да. Мы не знаем, где крючок и дыру, где там. Он? А, во. Дыру еще сделал. Я уже думала, он сейчас уйдет. Морду высунул, Санька закричала. Как, каким образом? Весь монтаж он нам порвал и все на свете. Да, Санька? Да. Все, ребята, поехали мы домой. Времени уже 10 часов. Ветер дует все еще северный. Ну, градусов 15, но не чувствуется. Близко обшивание не сдуло. Ну что, Санек? Ну я-то довольна, как слон, Санька, не знает. Ты довольна? Очень довольна. Это может трофей года. Сезона. Сезона. Он такой тяжелый был. А Санька фотографировался, он говорит, не могу, все, давай быстрей. У меня палец посинел. Прижала. Да. Короче, Саньку придавила карпом. Поедем счастливые. Шашлыка наделаем. Уже позвонили, нас уже ждут с рыбой. Мы не чистим рыбу, мы только ловим. Не царское это дело. Ждут уже, они там все почистят и разделают нам. А мы приготовим шашлык потом, да, Санек? Ну, давай. Всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас любим. Пока-пока. Картошку уже перевернули. И вот сюда. Со всем остальным. Вы на пиво водки? Нет. Ой, зацепляется. Ничего не удобно, ты такая, ну ты. Оставь.